Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе. Всем доброго здоровья, наконец-то приехали в Горный Алтай, уже потемнул. Вот наша, собственно, база, большие коты. Такая дорога тут, уже, наверное, туда-сюда. Но я думаю, это мы по навигатору шли, тут не заблудишься, просто в темноте опасно как бы. Вот. Сейчас ждем хозяев, ну, будем заселяться. Все равно мы преодолели, в общем, добили этот путь. Приехали, слава богу. Мы сделали это, да? Да, мы сделали это, все правильно. 12 часов дороги. Не, ну мы еще останавливались там, дела решали. Ой, слава богу, доставили нас в номер. Снимаю, пока мы тут не расположились сильно. Здорово, да, Ириней? Хороший домик. О, тут так красиво. Какой-то дизайнер тут интересный, прям как дома, так уютно. И окна такие большие, как сейчас, ну, типа модно, не знаю, как сказать. Ой, уютненько, как хорошо. Все, мы тут сумочки разложили, включили свет. Так уютненько, включили чайник. А еще можно тут насквозь смотреть, вон там. Вообще какой-то мастер тут такой. Все он сделал. И под... так и красиво. Большие коты, подушки даже. И даже на подушках, дети говорят, котики нарисованы. Собаки. Ой, как здорово. Как миленько, тут какие-то веточки. Ой, да, веточки. О, как здорово. А чайник сам? Чайник сам выключил? Ну, должен выключиться. И холодильник тут, и вешалка, и даже раковина, и все. Ну, сейчас еще зайдем. Здесь все продумано. Тут полочки у кровати. Смотри, с чайника продумано. Пар идет и выключает. Ух ты, даже чайник выключается. Так, ну мы тут разжигаем мангальчик. Вот такая беседочка. Там домики. Тут, короче, темно, понятно. А тут самое интересное, что тут вот река. Бурная река, ее не видать даже. Ну, короче, ее не видать, ладно. Все, огонь видать. С погодкой мы, конечно, угадали. Доброе утро всем. Вот такие вершины перед нами открылись. О, кстати, на вот этой горе мы как-то ночевали. Давно-давно. Туда поднимались, а потом обратно. Вот такой дождик капает.
Осень чувствуется, дыхание осени. Тут строечка небольшая идет, новый домик делается. Вот такие дела, в общем. Доброе утро. Хе-хе.